Здравствуйте, уважаемый преподавательский коллектив! Здравствуйте! Хайрли кун, хайрли дослар, сизни чин кумилдан байрам билан кутлаймиз! Давайте поприветствуем громкими, бурными аплодисментами в первую очередь самих себя и присутствующих здесь Татьян, дорогие друзья. Татьянин день и день студента, как по иронии судьбы, переплелись незримой лентой в единый праздник в эти дни. И прожить этот праздник надо так, чтобы не было грустно от воспоминаний о бесцельно прожитом дне. Слово для приветствия студентов предоставляется исполняющей обязанности ректора, доктору педагогических наук, профессору Казанского государственного института культуры Розе Шейхайдаровне Ахмадиевой. Ваши аплодисменты, друзья, поприветствуем! Прием, прием. Все меня слышат? Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые наши студенты. Весь коллектив Казанского государственного института культуры поздравляет вас с Днем студенчества. Мы вам пожелаем, чтобы вы успешно сдали сессию. И открою вам секрет, среди всех вузов наши студенты, они особо отличаются, потому что вы креативны, вы умеете красиво говорить, вы не стесняетесь. Я вот хочу, чтобы вот этот яркий энтузиазм и то, что вот сейчас было такое красивое открытие, чтобы вот эта искорка, она всегда у нас процветала в вузе. Кто знает, в каком году у нас впервые отмечался День студенчества? Я поэтому, вот чтобы не гадали, я пришла с историей. Историю нам надо знать. Поэтому сейчас я вам немножко это зачитаю. 23 января 1755 году, день памяти святой мученицы Татьяны и в день имени матери Ивана Шувалова российская императрица Елизавета Петровна одобрила прошение Ивана Шувалова и подписала указ об открытии Московского университета, ставшего одним из центров русской передовой культуры и общественной мысли в России. Впоследствии в одном из флигелей старого здания университета была создана домовая церковь святой мученицы Татьяны, а сама святая была объявлена покровительницей всего российского студенчества. Уже к середине XIX века из праздника студентов и профессоров Московского университета Татьянин день фактически превратился в праздник российской интеллигенции. Празднование Дня студента в Российской империи было шумным и веселым. Поначалу этот праздник отмечали только в Москве, но в нем принимали участие практически весь город. После Октябрьской революции Татьянин день вспоминали уже редко. Только после открытия в 1995 году храма в честь мученицы Татьяны при Московском университете этот праздник вновь ожил. С 2005 года 25 января отмечается в России как День российского студенчества. Уважаемые коллеги, и в этот день я не могу не позвать на сцену нашего первого студента. Наиль Самач, выйдите, пожалуйста. Первый студент нашего вуза, да, то есть это тоже дорогого стоит, Наиль Самач, вы поэтому нет. Тоже должны нашим студентам пожелать, что вы хотите. Это неожиданно, конечно. Спасибо большое за доверие. Конечно, любви, большой любви, и, конечно, что вы достойнее учились, заканчивали и несли вот то, что мы даем здесь, ваши преподаватели, донесли до наших, до нашего, ну, народа, населения, я не знаю, до наших людей. Потому что задача вот на сегодняшний день, очень она актуальная, об этом много говорят, а несущее добро – это мы в первую очередь. И Роза Шахадаровна правильно говорила – самые креативные, самые интересные студенты – это наши студенты. Конечно, много было таких праздников в моей жизни в этом вузе с 69-го года. Но каждый праздник, он особый. И, конечно, придя сюда, вот и коллеги подтвердят, мы
тоже чувствуем волнение, радость. Время как-то для этого праздника получается как-то неудобно. Дневное обучение студенты уже сессию закончили, заочники заканчивают, но тем не менее вот мы собираемся, отмечаем праздник любви, добра, помощи и всего святого в этой жизни. Спасибо. Неожиданно. И в свою очередь весь коллектив Института культуры хочет вам сказать, что мы вас очень сильно любим, ценим. Спасибо, что у нас есть. Вы наше будущее. Огромное спасибо. Спасибо большое, Роза Шайхайдаровна. Спасибо, Наиль Саматович. Ваши аплодисменты, друзья. Проехав все моря и континенты, пускай этнограф в книгу занесет, что есть такая нация, студенты, веселый и особенный народ. Понять и изучить их очень сложно. Ну что, к примеру, скажете, когда все то, что прочим людям невозможно, студенту наплевать и ерунда. Захотели петь, поют. Захотели танцевать, весело танцуют. Современный танец в исполнении студентов кафедры современного и спортивно-вального танца хореографического факультета КазГИК. Встречайте бурными аплодисментами! И спортивно-бального танца хореографического факультета. Ваши аплодисменты. Адрибуслара, безинде сахнаге, Пантар эстрадасынан йоқты йылдызларын. Розалия хэм Фидарис Муртазинларны шоқыравыз. Yanlarıma girelim, kullarımla birelim, başkalar bile olmaz.
Татьяна, мы от души хотим пожелать. Будьте счастливы, Татьяны и любимые. Пусть ваша жизнь всегда кипит ключом. Удача и успех не проходят мимо. И поздравляет хореографический коллектив «Сайдаш». Художественный руководитель, народный артист Республики Татарстан Латыфуллин Тагир Максумович. «Эшбию-театра». Кто был хвостатым в прошлом человек, научный факт, а вовсе не поверье. Но хвост, давно оставив на деревьях, живет он на земле за веком век. И гордо брея кожу на щеках, он пращура ни в чем не повторяет. А вот студент, он и с хвостом бывает, и даже есть при двух и трех хвостах. Диляра, наконец-то наступил тот долгожданный момент, когда мы можем поделиться жизненным опытом, чтобы этих хвостов у студентов не было. Да, Раэль, я совершенно с тобой согласна. И, конечно же, я предлагаю разделить наш зрительный зал на две части. Моя команда – это будет правая сторона. Давайте поаплодируем. Правая сторона, все вместе, дружно. Ну, у тебя там ректор сидит. Самая сильная сторона выбрала, да, себе сразу сильную сторону. Понятно, но... левая сторона. Сделаем, да, покажем, кто здесь лучше всех. Левая сторона, аплодисменты! Ну все, да? Понятно, чья победа, да? Итак, правила. Сейчас Диляра проговорит часть фразы для моей команды, а я, соответственно, для команды Диляры. А задача команд – закончить гениальную мысль. Поехали. Все понятно же, да? Ну что ж, я проговариваю для вас, дорогие друзья. Давай подожди, помедленнее, ладно, чтобы понятно хорошо было. Учиться не поздно даже... Погромче. Не слышно было, вы же сказали, придя учиться на вторую пару. Учиться не поздно, да? Даже. Придя на вторую пару. Абсолютно молодцы! Верно, придя на вторую пару. 1-0. Итак, не хочешь вопросов на экзамене, не привлекай. Кого? Преподавателя, молодцы! Аплодируем, друзья, сами себе. Но у меня тоже без единой подсказки все нормально было. Итак, идем дальше. Я задаю вопрос, Раиль. Да. Вашей команде. Не умничай на экзамене. Это влечет... Ну, может быть, да, может быть такое, но... На отчисление сказали, на пересдачу. Раиль, тебя устраивает? Ну, сессия, пересдача, это близко. Не умничай на экзамене. Это влечет... За собой дополнительный вопрос. Абсолютно верно! 2-1. Как? Хорошо. Прям вот самая лучшая моя сторона, левая сторона. Да ладно. Мы без подсказок отвечаем. Да. Задавай вопрос. Итак, идем дальше. Дайте студенту точку опоры, и он... Да что, у вас молодцы! Легкие вопросы!
Просто у вас легкие вопросы. Пару человек, пересядьте, пожалуйста, на ту сторону. Идем дальше. Следующий задавай. Вопрос. Задавай. Только студент может не знать расписание, но точно будет знать. Вот видишь, твой... Что-что, Google, ребят. Когда нет... Да, абсолютно верно. Когда нет занятий, конечно. Идем дальше. Только студент начинает готовиться к экзамену после того, как... Вытянет билет! Так, стоп. Они, по-моему, с того же сайта, да, вы смотрите, да? Где все это написано. Давайте без Гугла. Сам сказал, Гугл, сейчас без Гугла. Ну, твоей команде-то это не разрешено. Ты уж определись. Вопрос для вас, дорогие друзья. Только студент достает свой телефон, как только... Абсолютно верно, всегда! Аплодисменты. Как только начинается лекция, ну, значит, всегда. Идем дальше. Студенты – единственная часть общества, которая... Давайте, может быть... Может жить. Без? Без мозгов, да? Поаплодируйте, левая команда. Правильно, без денег, молодцы! Левая команда прям себя цитирует по полной программе. А все, да? Мы все отлично справились. Аплодисменты самим себе, друзья. Молодцы. А сейчас вас приветствуют будущие студенты Казанского государственного института культуры. Участники ансамбля «Камские зори» Елабужского колледжа культуры и искусств под руководством Натальи Хариной и исполнят татарский танец «Ешлик». Встречаем гостей бурными аплодисментами! Ансамбль танца «Камские зори» Елабужского колледжа культуры и искусств. Давайте еще раз поаплодируем гостям, друзья. Тагир Максумович, берем их. Алабызма, все. Тагир Максумович сказал, значит, алабызма, все нормально.
Вот сколько в силах спит наш студент. Ну день, ну два. Кончено, ломается. Студент же может сессию сдавать, не спать неделю, шахмат не бросать. Да плюс еще влюбиться ухитряется. Но если у студента нет зачета, в субботу положите на кровать. И он проспит до следующей субботы, а встав еще и упрекнет кого-то. Ну что за черти, не дали мне поспать. Но он готов всегда за дело рисковать. Друзья, сегодня и только сегодня у нас есть великолепная возможность принять участие в конкурсе «Устами младенца». Помните, да, обе команды? Левая сторона, левая. Правая. Смотрим внимательно на экран и угадываем, о чем или о ком говорят студенты на экране. Ваша задача – выслушать и громко ответить, постараясь опередить команду противника. Главное правило всех студентов – помните, студент всегда прав. Особенно правая сторона, особенно один раз в году, в день студента. Это так. Самое любимое мое место. Судя по моим щекам, посмотрите на них. Я очень-очень люблю это место. Это мое самое любимое в этом институте. Очень-очень классно. Что делать в перемену? Идти в это место. Ну, это вот, если представить пустыню, да, то вот это, например, оазис. Слушай, да, давайте послушаем сначала, послушаем. То, ради чего люди приходят сюда, в это здание. Лучше, чем экзамен. Место, в котором хочется провести большую часть времени. Вдохновение. Место отдыха. О, это рай. Ну что ж, отвечаю на вопрос. Есть, да, обе команды справились. Столовая, буфет. Все верно, верно. Конечно. Смотрим дальше, дорогие друзья. Очень приветливый человек, который постоянно кричит. Это тот, который тебя охраняет. Нужно знать к нему подход. Сейчас будет цитата. Отойдите от окна, я шлагбаум открою. Не очень улыбчивый человек. Человек, который может не впустить тебя. Цербер. Бабуля, у меня такая ассоциация. Ну, там же в основном бабули сидят, правильно? Да. Вахтер! Да! Внимание на экран, продолжаем. Да, да, идем дальше. Священное Писание. Там, где просто ставится то, что ты хочешь, то, что ты не хочешь, просто. В ней все. Это как дневник в школе, наверное. Книжка, от которой зависит жизнь. Большой документ. Это такая маленькая книжечка, в которую ставят разнообразные записи. Это бумажка, в которой отражается результат наших знаний. Ну прямо хором, Раиль, хором. Причем левая сторона, да? Не прав, а мне правую больше слышно, Раиль. Итак, дальше продолжаем. Это великий человек. Как твой друг, наверное, или твой человек, который тебе помогает познать ту или иную специальность. Ну тут как посмотреть. Либо это святой человек, либо это сатана во плоти. Те, кто всегда помогут, выслушают и правильно направят на жизненном пути. А уважаемый человек. Личность, индивид. Боги, которые дают знания. Вот.
преподаватели. А кто, есть этот студент, который сказал «сатана»? Есть он? Здесь он? Он не пришел, наверное, сегодня. А уже, уже он, да? Уже больше не придет. Постоянно спать, постоянно есть, переживать и потом только сдавать. Но это всегда немножко стресс, даже и для отличников, то есть для меня, например. Ну, как раз период, когда я могу не спать. Отлично. Период неблагоприятный. Ну, мы же заочники. Это для нас возможности что-то для себя новое узнать, попеть песни в коридорах, посмеяться на весь институт. Великолепно просто! Левая сторона молодцы, потому что правая сторона все меньше и меньше становится. А, идем дальше. Но это святое, сакральное что-то вот здесь вот. Это то, ради чего студент старается учиться нормально. Хорошо учишься, ты это заслужил, почему бы нет? Не знаю. Ну, нет, наверное, это хорошо. Наверное, это здорово. Но не для меня, у меня ее нет просто. Не видели. Мелочь, но приятно. Поощрение. Это сложный ответ. Финансы, на которые можно в буфете хорошо отдохнуть. Конечно же, это стипендия. Стипендия самая любимая просто студенческая. А, идем дальше. Это, скорее всего, мифическое существо. Творческая личность. Всегда что-то делает, никогда не ходит куда-то. Который днями и ночами находится в поиске знаний. И готовится за 2 часа до экзамена. Студент, абсолютно верно. Тоже не знаю, мифическое что-то, что я видел только 1 сентября, мне выдали, и больше я его никогда не видел. Это билет в жизнь. Его не пропустят никуда, ни в общагу, ни в институт. Скажут, иди отсюда, у тебя его нет. Это пропуск, чтобы пройти в институт. Очень хороший купон на скидки. Пропуск в институт. А это по которому мы проходим? Жизнь. Да. Пропуск. Пропуск на вахте. Что это? Студенческий билет, да. Верно, верно, дорогие мои. Абсолютно верно. Скорее всего, это обряд экзорцизма. Либо это... Кто как он? Это называется? Обряд инквизиции, очищение, не знаю, что-то вот ужасное такое. Стресс, подготовка, ну и новые знания, наверное. Это самое ужасное. Не, ну самое веселое на самом деле. Если ты готов к нему, то ты сдашь. Если нет, то, возможно, прокатиться тоже сдашь. Все. Смотря как, если ты отличник и добился автомата, то тебе ничего... Ты не должен волноваться, ну, типа, все хорошо, все нормально. Это встреча двух умных людей. Это стресс, это волнение, но это, так скажем, то, к чему должен прийти процесс обучения. Лучший день в жизни. Напряжение. Это, ну, страх. Ну, это, как сказать, можно без комментариев? Что это? Это
это экзамен. Абсолютно правильно. Верно, друзья. Дорогие друзья, а нашу программу продолжает Эльвира Фазлыева. Встречайте! Эльвира Фазлыева. На нашу программу продолжает Раиль Габдулли. Следующую песню нужно будет всем вместе спеть, друзья. Теперь вот букву А все вместе протянем. Пить так прыгаля. Можно чуть погромче сделать музыку, прям не слышно. Эй,
Сырма башлары, сайры зынгу башлары. Сайры, 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 сағандыра башлады. Друзья, все уже знают слова, давайте подпевать. Два словечка. Сайры, 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 сайры. Дустарым, дустарым, ладустарым, дус и шлярым. Сыз дустардан айырылсам, елгызы башым нишлярым. Қолыма ғашлары, сайры санду ғашлары. Сайры, 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 сағындыра башлары. Қолыма ғашлары, сайры санду ғашлары. Сайры, 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 сағындыра башлары. Великолепное исполнение, просто супер! Просто очень смачное исполнение. Опа! Друзья, можно даже выйти, станцевать, но не стесняйте. Может, хореограф не есть между. Просто я не хореограф, я из театра. Поэтому кто вы? Вот, 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 молодой человек, танцуй. Танцуй, танцуй. Опа! Все уже. Звездный час прошел. Дустар болса шунды болсын, сейдің іші нөлерлік. Қолыма ғашлары, сайры санду ғашлары. Сайры, 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 сағындыра башлары. Қолыма ғашлары, сайры санду ғашлары. Сайры, 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 сағындыра башлары. Ой, рахмет, обожалым, бұл құлларын ұшы басын. Ескіптіш, ескіптіш. Шешегі ата майның он бишлерінде де. Қолымаға шешегі күбік мейліме дұс ішлерінде де. Қолымаға шылары, сайры санду ғашлары. Сайры, 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 сағындыра башлады. Қолымаға шылары, сайры санду ғашлары. Сайры, 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 сағындыра башлады. Сайры, 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 сағындыра башлады. Спасибо. Где наша публика? Я думаю, и я уверена, что в Казгек лучшие студенты! Цвет, красота и гордость своих семей, взявшие у родителей все самое лучшее только у нас здесь. И продолжающие брать снова и снова. Диляра, поделись, пожалуйста, успехом, как ты сдавал сессию. Ты что-то повторял перед экзаменом? Ну, конечно. Что? Стоп, 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 все, все, все. Не надо, не здесь. Просто я заметил, что люди вообще сразу начинают верить в Бога. Как только начинает экзамен, начинается экзамен, начинаем у Аллаха Тааля все просить, у Аллаха. Раиль, а ты знаешь, что Marvel собирается снять новый блокбастер? Новый супергерой, человек-студент. Он успевает совершить столько подвигов за декабрь, сколько должен был сделать за сентябрь, октябрь, ноябрь. Я думаю, что этот фильм станет любимым фильмом всех студентов. Вы со мной согласны? Ну и следующее творческое поздравление. Танец «Трое одолисок» из балета «Корсар». Встречаем бурными аплодисментами, друзья. В исполнении студентов кафедры народного танца. Художественные руководители Мочаловы Денис Владимирович и Нинель Владимировна. Thank you.
Адалисок, друзья, студенты кафедры народного танца. Ваши бурные аплодисменты. А наш концерт продолжается дальше на сцене Соледад. Песня «Time». Социально-гуманитарного факультета «Соледад». Ваши аплодисменты! А наш концерт продолжает Ахмаджон Оев с песней «Я встретил девушку». Ахмаджон Оев, друзья, давайте поприветствуем аплодисментами.
Я встретил девушку полумесяц оброд. На щечке родинка, в глазах любовь. Ах, эта родинка меня с ума свела, разбила сердце мне, покой взяла. Ах, эта девушка меня с ума свела, разбила сердце мне, покой взяла. Потерял ее вместе с нею любовь. На щечке родинка полумесяц оброк. Аклам робут холи сио хе дил порека дегини го. Аклам робут холи сио дил порека. Свет пройду, но найду я любовь. На щечке родинка полумесяца про. Ах, эта родинка меня с ума свела, разбила сердце мне, покой взяла. Ах, эта девушка меня с ума свела, разбила сердце мне, покой взяла. Разбила сердце мне, покой взяла. Студент факультета кино и телевидения, друзья, ваши аплодисменты! Как здорово, что есть такой веселый, добрый праздник, День студента и День Татьян, когда мы можем беззаботно радоваться жизни, петь, танцевать, а главное, быть вместе. Друзья, а кстати, здесь есть Татьяны, поаплодируйте, пожалуйста, если есть Татьяны. Отдельно, Татьяна, пожалуйста, поаплодируйте. Я вас от всей души поздравляю с этим прекраснейшим праздником. Татьяна Викторовна у нас здесь еще. Татьяна, давайте поаплодируем. Есть ли еще среди нас Танечки и Танюши? Татьяна Викторовна, она уже давала. Давайте еще раз. Ну вот, друзья, Татьяна, уважаемая, вас поздравляет творческая группа «Заслуженные артистки Республики Татарстан» Диляры Мироваевой и сама Диляра Мироваева. Соответственно, встречаем бурными, несмолкаемыми аплодисментами. Жила-пешегеля, 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 жила-пешегеля
Заслуженная артистка Республики Татарстан Диляра Мироваева. В студенческие годы мы будем вспоминать всю свою жизнь и травить байки о сумасшедших случаях на сессии. Мы будем рассказывать шутки своим детям про преподавателей. Но неизменным будет одно. Мы теперь навсегда сможем быть частью этого веселого, беззаботного народа. И студенчество всегда будет жить в каждом из нас. До новых встреч, друзья! But
самотой.